Раз. Так, отмена. Бизнес-симулятор. Бизнес-симулятор. А окно сейчас под шторку закрою. Так, сколько заработал? 49 квадриллионов. Еще надо 50 квадриллионов, чтобы утроить доход. А нет, осталось 37 с половиной квадриллионов, чтобы утроить весь бизнес. Да, еще немножко запускать, но не буду ничего улучшать, не буду тратить миллиарды и миллионы на апгрейды всех этих видов бизнеса. Буду ждать, когда будет 100 квадриллионов. И сделаю апгрейд вот этот вот. Вот он апгрейд. А! 50 квадриллионов всего лишь. А, все, покупаю. Опс, истратил. Теперь нужно рассчитать, стоит ли тратить 100 квадриллионов на прирост, на доход, на увеличение дохода инвесторов на 1%. В общем, на 1/3 увеличится доход мой. Стоит оно того? А нет, не на 1/3. На 50% увеличится доход мой. Пум-пум. На 50%. Да, но того стоит. Даже думать нечего. 20. О-оу. Сейчас посмотрю, что делать с ракетным бизнесом. Прокачивать его или нет. Сейчас посмотрю. Достану мой Excel файл. Ту-ту. Вставка функции у меня там есть. Вставку функцию использую, чтобы посчитать, выгодно ли апгрейд делать бизнеса или невыгодно. Нет, у меня тут. Так, ракетный бизнес. Сейчас посмотрю. Ракетный. Ракетостроение. Так, сейчас буду вписывать. Время цикла 4500 где-то. Так, доход с одного цикла увеличился. Я включу свет. Видно меня? Меня видно. Вот так вот. Ну, меня видно, хорошо. Так. Пам-пам-пам. А куда я перешел опять? О-оу, не сохранять. Какую-то кнопочку я нажал. Ctrl-J нажимаю, в Excel что-то происходит. Так. Так, это другие расчеты. Где у меня ракетостроение-то? А, кино. Банк ракетостроения. Желаемая окупаемость 10 дней. Так. Доход сейчас перепишу. 19 квадриллионов. 1, 9, 7, 6, 7. Квадриллионы. Квадриллионы. Триллионы. Так, квадриллион, триллион, потом еще 3 нуля это миллиард, потом 3 нуля миллион, потом 3 нуля тысячи, потом просто нуля. Тутум. Так, это я вбил без ошибок.
Так. Вычислять количество апгрейдов у меня 158. Все посчитано. Так, вбил все необходимое. Так, ну-ка, давай. Как много можно вбухать в апгрейд ракеты? Нажимаю кнопочку F9, пересчет. Бак. Надо двойной клик в ячейку сделать. Потом Enter. Вот. Посчитал. Бак в игре. В Excel бак. Либо в Windows ошибка. В общем, что это? Квадриллионы? Сейчас посмотрю. Просто сотка, потом тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы, 24 квадриллиона. Максимальная стоимость апгрейда. Чтобы через 10 дней это у меня улучшилось. Пум-пум. Скоро будет 100 квадриллионов. Может подождать 100 квадриллионов? Раз, два, три, четыре. Так. У-у-у, я истратил все квадриллиончики. Какой ужас. Может в банк бухать? В банковский бизнес что-нибудь бухать? Сейчас посмотрим. Оу. Вот он, банковский бизнес. Доход с одного рейда у меня. Изменился, конечно. 6779. Так, 679. 939. Триллион, миллиард. Миллион. Тысяча. Просто нули. Доход. Так, время за цикл. Банк. 768, наверное. Так, желаемая окупаемость. 2 дня впишу. Количество апгрейдов у меня в банке уже 150. Сейчас он у меня посчитает все. Максимальная стоимость апгрейда. Чтоб через 2 дня обкупилась. F9. 5 не считает. О! 1 квадриллион, что ли? 1000, миллион, миллиард, триллион. 1 квадриллион. Да, это чтобы 2 дня окупалось. Не, ну я не буду квадриллион вбухивать, чуть-чуть вбухаю. Триллион. Раз, два, три, четыре, пять. О, да, я все истратил. Все, жду, когда мой бизнес, все мои бизнесы заработают 100 квадриллионов. Я сделаю апгрейд плюс 1% всех инвесторов. Потом уже апгрейды за квинтиллионы будут. Я думаю, я их... А что означает точка и 3 нуля? 100 тысяч квадриллионов? 2000 квинтиллионов, что ли? Вот здесь. 2000 квинтиллионы. Или нет? Или это десятичный разделитель? Как-то запутано немножко. Ну что ж, триллионы у меня зарабатываются прям быстро-быстро. Даже не миллиарды, а триллионы. Все, жду. Выйду из игры, жду, когда в мое отсутствие заработается 100 квадриллионов. Сейчас посчитаю, сколько я денег за день заработаю, за сутки. Сейчас введу немножко коррекцию в табличку мою. Сейчас надо будет немножко посмотреть. Ту-ту-ту. Сейчас доход вобью в табличку и получу расчет. Сколько у меня времени, сколько денег заработается за сутки, чтобы ждать, сколько ждать 100 квадриллионов. Так, газонокосилки, коктейли, где у меня, а вот они, коктейли. Просто вбить, так, там она, 1 секунда. Доход с одного цикла. 1 миллион. 62, 2000. Так.
Теперь сюда еще вбить надо. А, больше ничего. Не надо. Или вбить остальное. Это не важно. Вычисляется доход с одного цикла. О, надо уменьшить. Буковки надо уменьшить. Ага, циферки. Доход на цикл без апгрейдов. Количество апгрейдов за коктейль уже 252. Так, следующий бизнес. Газонокосилки. Ту-ту. Вот они, газонокосилочки. Доход за них. 31,626. 31,626. Миллионы. Тысячи. Ту-ту-тум. Вот так. Стоимость апгрейда не важна. Ну, сейчас подкрашу, чтобы не обращать на нее внимания. Не сбиваться. Он, да. Вот так. Ой, не то покрасил. Вот это надо покрасить. Вот. Так, отвлекся, да? Газонокосилки. Желаем окупать в днях. Да пусть будет 20. Нет, 20 многовато. Да, пусть. Нет, 20 многовато. 10. И коктейль тоже на 10 поменяю. Ну их. Так, дальше газонокосилки. Дальше кручу. Это вычисляет количество апгрейдов у газонокосилок сейчас 125. Дальше. Так, средства для мытья посуды. Время. Секунда. Доход. 241. 373. 373. Это у нас миллионы. Тысячи. И три нуля. Тут он. Так. Штук. А, желаемая окупаемость тоже на 10 дней. А, ну она есть. Количество апгрейдов на моющем средстве у меня 106. Явно мало. Ну и ладно, дальше поехали. Так, мытье посуды. Дальше. Пицца. Пицца. Время. Секунда, наверное. 2 секунды. У пиццы время. Цикла. 1,912. 1,912. Миллиарды, миллионы. Тысячи, нули. Доход 10 дней. Апгрейдов у пиццы 105. Переходим на следующий бизнес. Тако. Тако шмако. Время цикла 3 секунды, наверное. Да, 3 секунды не изменилось. Доход. Тако 22 миллиарда. 22. 7. 3, 4, миллиард, миллион, тысяча, нули. Количество апгрейдов на тако 104. Тако апгрейдил. Точнее, записал. Так, машинки. Секунд сколько я сейчас посмотрю? 6 секунд, не изменилось. А, недавно изменилось, было меньше 6 секунд, было 12 секунд. Так, доход с одного цинкла. Квинтиллион, классно, один квинтиллион, 443 триллиона, миллиарды, миллионы, а, не туда пишу.
Это не доход. Доход другая ячейка. 524 миллиарда 644 миллиона тысячи нулей. Остаемся в районе, да. Окупаемость 10 дней. Вот так она рассчитывается. Ой. Вот так. Вот так это все рассчитывается. Поехали дальше. Количество апгрейдов у машинок было 200, да. Видимо, я это уже записывал раньше. Теперь... Это что у меня за бизнес? Бейсбол. После машинок. Время за цикл. Сейчас посмотрю. 48 секунд пишет. Правда, не? Сейчас посмотрю. Подожду чуть-чуть. Наверное, правда, да, еще ждать. 12 секунд уже. Подожду, посмотрю, какой будет обратный countdown. Обратный отчет. Обратный отсчет. Countdown. Countdown. 48 секунд, правильно. Доход с одного цикла. Бейсбол. 5 триллионов. 5, 4, 45. Триллионы, миллиарды, миллионы, тысячи, нули. Апгрейдов было 173. 173. Много. Переходим к следующему бизнесу. Кино. Кинобизнес. Киноиндустрия. Сколько секунд? Долго ждать. Ну, наверное, 192. Доход с кино 38. 152. Это были... Триллион, миллиард, миллион, тысяча и нули. Вбил. Так, дальше. Что у меня? Окупаемость 10 дней. Количество апгрейдов было у фильма 101 уже. Теперь после кино банковский бизнес. Банков 154 банка открыто. Как много. Так, время зацикл. Наверное, 768. Доход с одного цикла. 698, 698, 071. Триллион, миллиард, миллион, тысяча, три нуля. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Желаем окупаемость в днях. 10 дней. Количество апгрейдов было у банка 154. Все бессмысленно, я это вбиваю, потом после того, как я этот 1% добавлю, у меня на 150 в полтора раза увеличится доход от всего. Устанешь считать все это, вбивать заново. Так, банк вбил. 154 вбил циферку. Да. И последняя ракета. Вбивал я, не вбивал ее. Сейчас посмотрю. Время 4, наверное, с половиной тысяч. Я уже не знаю. Доход. Доход увеличился. Запишу. 20 квадриллионов. 7, 6, 8. Триллионов. Квадриллион, триллион. Миллиарды, миллионы, тысячи, три нуля. Тю-тю. Все, с этим я разобрался. 10 дней выкупаемость, 150, 166. Так, посмотрим, сумма какая будет в сутки. Я тут рассчитал. Формулу вбил. Вот она вверху отображается. Довольно сложная. Ну, не сложная, длинная просто. 86400 это количество секунд в сутках. Так, доход в сутки. Нажимаю в 9, посмотрим, посчитается. Посчиталось.
512 квадриллиона, что ли? То есть часа за 4 у меня уже 100 квадриллионов будет. Я смогу нажать кнопочку увеличить доход на 1% от инвесторов. Один процент. Я ничего не путаю. 1%. Я путаю. Я все путаю. Значит, сейчас у меня доход такой. Я даже не буду учитывать бизнес вот эти 100%. Инвесторов вон 2500. Значит, в процентах 5000% они мне дают. Много. Пум-пум-пум, пум-пум-пум. 5000%. Добавим еще. 5000 разделить на 100, это сколько? 50% добавится. Это не в полтора раза. 50%. Папа. Все-таки придется посчитать. Формулу бить. Что-то жарко становится. Как я сажусь в компьютер, так жарко. Только замерзнешь, оденешься. Мне сразу жарко. Так, сообщение никто не пишет. Не пишет. Так. Сначала я рассчитаю. Итак, сначала я считаю. Сколько, какую же прибыль дают мне только инвесторы? Просто тупо. Отдельную ячейку прямо сейчас. Количество процентов, скажем, инвестор, стоимость апгрейда. Что у меня тут еще? Количество дней, да, купонности. Это последнее, что нужно будет рассчитать. А промежуточный итог будет доход от всех инвесторов. Не считая дохода от самого бизнеса. Подпишу. Ведь. Вот так. Доход только от всех инвесторов. Так, впишу. Ах ты, хом, кнопочку хом нельзя нажать. А вот кнопочку инсерт можно нажать? Нельзя. Двойной клик только рассчитывается. Пум-пум. Так, еще сюда мы сделаем перенос строк, текст. И добавим еще вот так. Доход только от всех инвесторов. Пум-пум, пам-пум. Весь доход я знаю. Плюс он является... Это процент инвесторов плюс еще 100%. Вот так это. Как уже музыка отвлекает. Значит, мне нужно это все отнять 100% от всего этого. Пум-пум, 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 пум-пум. Пум-пум-пум. Так, значит, вот эту сумму я разделю на все, на все инвесторы и 100% само производство. Сам доход. Доход это 100%. Инвестор дает еще 5000%. Получается 5100%. Ну, сейчас точнее вслух скажу, озвучу. Инвесторы дают... Сколько у меня инвесторов? Где тут написано? 2553 инвестора это 5106%. Вместе с основным визом это 5206%. Вот всю эту сумму надо разделить на 5206
и умножить на 5106. Это будет доход без, только от инвесторов. Я это озвучил, теперь я должен это написать. Эй, подождите. Так, так. И буковки побольше. Пам-пам, пам-пам. Так, так. Так, это же формула. Сум. Сразу мне вставляет в сум формула. Не будет, не будет сум. Так. Кто? Вот это число. Умножаю на вот это число. Прибавляю 100. Просто тупо 100. И вот это все. И делю на доход. Доход. Надо разделить на все это. Wait. Мой доход. Где я вписываю? Вот он, доход. Доход делится на это. Идите скорее, скорее. Где, где, где? Где? Да елки. Потерял. Где ячейка? Ячейку потерял. Какой ячейки я это еще рассчитываю? Ай! Ай, сюда впишу. Облом. 5206. А! Каким-то образом все это съехало. Разделить. Ай. Ячейка. Ячейка, ячейка. Вот эта ячейка. Надо указать эту ячейку. Указал. Засчиталось? О, коричневая полосочка. Чу-чу. Е опять. Мне Е не надо. Формат. Формат ячейки. Формат ячейки. Текстовый формат просто, поэтому Е показывает. Компьютер тупе оперативки не хватает. 16 гигабайт не хватает. Вот так лучше будет. Побольше добавим. Подлиннее. Вот так. Так, доход только от всех инвесторов. Правильно считал? Сейчас посмотрю. Сумма вся делится на количество процентов. Вместе с инвесторами. Так, разделил. И умножить вот это все. Скобочки на случай. Я не точно не знаю, какой приоритет тут в Excel. Добавлю скобочку. Все это умножить. Сюда умножить. А, 3900, да, я вручную напишу. Нет. Лучше ячейками. Скобочка. Опять же, количество инвесторов умножаю на процентов. Вот это умножить на вот это. Скобочку закроем. Формула готова. Пум-пум. Ничего не перепутал? В сутки. Это в сутки у меня. Доход инвесторов в сутки. В сутки. У меня эта сумма должна быть меньше, чем та, которая наверху. 102 квадриллион, что ли? Раз. Чуть-чуть поменьше, да, должна быть. Чуть-чуть поменьше. Так. Тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы, квадриллионы. 502 квадриллиона. 502,7. Ну-ка, а там наверху сколько? 512,5. Да, чуть-чуть поменьше. Теперь. Из этой суммы надо рассчитать количество дней для окупаемости 1% инвесторов. Так, 1%. Вот, это 100%, вот эта сумма, 502 квадриллиона. Просто я это разделю на 100, получится 1%. В следующей формуле. И, значит, для окупаемости сумму. Да, сумма апгрейда равно. Сколько стоит апгрейд? Сколько стоит апгрейд? Вот столько. Сумму разделю
на произведение дохода от инвесторов, деленное на 100%. Нам же нужен 1% только. Кажется, все, вот это и есть у меня. А! Количество людей. Что получилось-то? Не понимаю. А! Триллионы! Вот эти 100 квадриллионы? 100 квадриллионов. Так. Тысяча, миллион, миллиард, триллион, квадриллион. А, 404. Так, квадриллионы делим на 1%. Ага. Девятнадцать. Ага, формат ячеек. Опять же, числовой. Сотые не буду писать. Классы. 20 дней. Вот теперь я рассчитал. Я не буду покупать за 100 триллионов 1% дохода инвесторов, потому что это окупится через 20 дней. Я рассчитал. Значит, вот эти расчеты... Так, сохрани. Это у меня закончилось. Вот эти расчеты я использую для максимума. Начну с мелких. Я смотрю. Сначала коктейли посмотрю. По очереди все. Где у меня коктейли? Но доход будет меняться. А, ну я буду это видеть в реальном времени. Я же формулу вставил. Excel все мне рассчитает. Спасибо вам, Microsoft. Так, Open Office я всю жизнь не видел, как он выглядит. Open Office я его не использовал. Так, итак, коктейли. Максимальная стоимость апгрейда. Сейчас посмотрю. 3 миллиарда, да? Миллиард, миллион, тысяча. 3,6 миллиарда. Сейчас посмотрим. О, дисконнектили меня. Зато за офлайн дисконнектили. Какая досада. Надо было заходить. Тыкать мышкой, что ли? Что пишут? О, 125 триллионов получил, пока меня не было. Итак. У меня коктейли апгрейд 94 миллиона стоит. А здесь написано, что я сколько там могу вбухивать его апгрейд, чтобы через 10 дней потом получить доход. $3,641,000,000. В общем, 3,6 миллиарда. Это миллионы. А мне надо Б. Букву Б жду, когда появится. Б. М. Главное не переборщить, а то будет не окупиться. М. 3Б. 3Б надо. Оп, 1Б есть. О, я так до 300... 300 точек сейчас открою с коктейлями. Еще 5 апгрейдов. Еще после апгрейд. Время уменьшится до полсекунды или нет, интересно. Нажимаю. Нет, меньше секунды, время не уменьшается. Так осталось секунд. Одна секунда. Так, у нас 2 миллиарда стоимость апгрейда. Добавляю. Последний апгрейд. Еще один апгрейд. 3,4. 3,65. Больше. Не окупится. Все. Я потратил ровно столько денег на апгрейд коктейлей. 306 точек открыл. Через 10 дней я зайду и соберу инвесторов. Даже не через 10, а через 11, когда я получу доход. На 11 день я получу доход. Огромный. С 306 точек. Теперь газонокосилки. Смотрю. И так по очереди сейчас. Что-то не видно. А, так.
Вот они. Желаемая максимально стоимость апгрейда. Ничего не ошибусь. Так, 225 чего? Миллиардов? Миллионы, тысячи. Тысяч, миллион. Тысяча, миллион, миллиард. 225,5 миллиардов. Оу. Чу, 225 миллиардов. Ну, это много можно бухивать. Так, не промахнуться. Оп, все. 233 уже не буду платить. Теперь мощь средства. Чу-чум. Что это? Срезаем все посуды. Красненьким цена. Триллион, да? Триллион, миллиард, миллион. 1,9 триллиона. Оу-по-поу. Миллиарды. Ой, много. Где моя лупа? Вот она. Хей. Так. 1,9 триллиона. Мощь средств. Миллиарды. Оп. Добавим. Добавим. Еще один раз нажму. И последний раз нажимаю. Еще один раз. Все. Больше не апгрейжу. Теперь пицца. Семь миллиардов. Миллиард, миллион. Так, триллион. Миллиард, миллион. Семь триллионов. 7,8 триллионов. Уже. Добавим, добавим. О, сейчас я свои квадриллионы истрачу заработанные. 7. 7,8. Все. Готово. Теперь тако. Это тако, да? О! Так, 62. Чего, триллиона? Триллион, миллиард, миллион. Так, 62,9 триллиона. Все, чуть не проскочил. Теперь машинки. Машинки, машинки. Надеюсь, меня не обманет компьютер. Так. Тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы. 377 триллионов за машинки. Надо заплатить за обгрейд машинок. А! Тут уже квинтиллион! И я еще заплатил. О боже мой! Я переплатил за машинки. Конкретно. Квинтиллион не окупится. Я допустил ошибку. Машины убыточными оказались. Сколько мне ждать, пока они окупятся теперь? Сейчас я буду угадывать. Ту-ту-ту-ту. Ну, допустим, 40 дней. Это машины 40 дней. Где у меня число? Где число? Ага. Вот он, квинтиллион, кажется. 40 дней ждать надо. Так. Вот я промахнулся. Ну ладно. Учту. На будущее. Я не буду ждать 40 дней. Вбухал лишний квинтиллион. Так. Тысяча, миллион, миллиард, триллион. Да, полтора квинтиллиона, 40 дней. Окупается.
Пум-пум-пум-пум. Ладно, исправлю это. Пум-пум. Дальше. Бейсбол, посмотрим. Пум-пум. Это бейсбол. Триллионы, что там? Триллион. Так, справа буду смотреть. Тысячи, миллионы, миллиарды, 566 триллионов. Ну, еще пару раз нажму. 566 триллионов. Бейсбол. Все, у меня закончились деньги. Зайду, может быть, завтра. Подожду, пока поднакопится средства. Добавлю количество объектов на бейсбол и на остальное. Посмотрю, ракеты сколько. Насколько долго можно вкладывать в ракеты. Где ракетный бизнес у меня? Кино, банк, ракетостроение. Посмотрим, посмотрим. 24, чего? Ой. Квадриллионы, что ли? Я посмотрю. Так, пальчиком веду по экрану. Тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы, 24 квадриллиона. Можно вбухивать в ракеты, чтобы через 10 дней... Завтра зайду, сделаю все апгрейды, буду ждать 10 дней. Ну, 11 дней. Через 11 день... На 11 день, в течение 11 дня, все точки будут мне давать огромный доход плюс. И потом я на эти деньги, которые они мне принесут доход, соберу инвесторов. И все опять пойдет. Это как ребирт. Во многих играх в Roblox есть ребирты. Это как ребирт. Нанимаешь инвесторов. И при следующем этапе, цикле развития бизнеса, инвесторы дают проценты к доходу. Сохраняю этот Excel, закрываю. Сейчас посмотрим инвесторов, сколько у меня, еще раз я посмотрю. Вот они дают. Вот у меня их 2500. Сейчас я их могу уже купить, получу. Если сейчас соберу инвесторов, я потеряю весь бизнес, потеряю 228 триллионов и получу 71 инвестора, которые дадут мне 2% каждый. То есть 142% будет прирост дохода. Но я подожду дней, так, где-то 11. Зайду в игру. Доход будет большим. А каким он будет у меня через 11 дней? В Excel написано. Дай. Сейчас смотрю. Excel. 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 Ниже, 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 ниже. А вот 512 квадриллионов. Дай. Это тысяча, миллион, миллиард, триллион. Да, 500 квадриллионов за сутки только мне будет приходить доход. А я буду ждать 11 дней. Умножаем. 5 квинтиллионов, что ли? Ну, где-то 6-7 квинтиллионов у меня будет. И куча инвесторов смогу. Кучу инвесторов смогу собрать. На эти квинтиллионы. А, посмотрю-ка я себя... В рекордах. High scores. Так. В топ деньги. Топ капитал. Капиталисты имеют квадриллион. 22 квадриллиона. Самый бедный имеет. 22 квадриллиона. У меня столько нету. Но зато количество инвесторов у меня большое. Уже я в середине этого рейтинга. Видимо, не так просто рассчитать все это.
У меня 50 какое-то место. Бизон релакс. О, сполз вниз. Сполз вниз. Эти. Вот, вот, две спальни. А, во, 59 место у меня. У меня 59 место в рейтинге топ 100. Кто обладатель самым большим количеством инвесторов? Вот какой-то HP Shakes имеет 9 квинтиллионов инвесторов. Что-то мне кажется не так много. Я мог бы со своими расчетами быстренько их всех обогнать. О, да, не читеры. Топ 9 имеют одинаковый результат по числу инвесторов. Может быть, это ограничение какое-то? Девять квинтиллионов. Максимальное количество инвесторов, наверное. О! И топ-деньги тоже. 9, то же самое число. 9 и 2, 3, 2, 2, 3 квинтиллиона. Либо это читеры. О! Это ограничение, видимо. О, топ-37. Одинаковый капитал у них. Ну ладно, хоть до этого предела дойти, уже будет интересно. Жалко. Ну, действительно, дисбаланс. Маша, что числа растут очень быстро, если там проценты начисляешь. Выхожу из игры, останавливаю запись. Долго балаболю.